Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь, как всегда, Александр. И сегодня я хочу рассказать о кресле от компании Chico. Это кресло для тех, кто очень разумно тратит деньги и хочет получить максимальную отдачу от каждого заплаченного им рубля. И это вот очень хороший для этого пример, потому что модель, кстати, называется Chico Akita STD. Если не ошибаюсь, это стандарт, как бы, слово укороченное. Вот. И цена, качество и то, что мы получаем взамен, здесь очень хорошее, повторюсь, предложение. Производитель вообще Chico, ну, итальянцы ее Chico называют, это Италия, как вы поняли. Кресло категории 1, 2, 3, с 9 месяцев до 12 лет. И давайте я вот просто часто спрашивают, сразу назову технические точные характеристики. Вес кресла, оно не тяжелое, 7,3 килограмма. И размеры, высота 45, ширина 64, глубина 54, а высота 64-81, потому что оно растет вместе с ребенком. Вот, имейте в виду. И гарантию производитель дает, кстати, 24 месяца на свою продукцию, вполне себе достойно. Можете вот так в целом оценить его, как оно выглядит. И давайте сейчас о безопасности сразу в двух словах. Это кресло имеет сертификацию 4404 европейскую. Соответственно, обязательные краш-тесты пройдены. И этому креслу доверять ребенка можно смело. Звезд с неба не хватает, но мы здесь говорим о балансе цена, качество, то, что мы получаем за каждый рубль денег. Вот. И давайте сейчас разберем, соответственно, что да как. По тканям давайте сразу скажу, что мне очень нравится. Тактильно ткань очень гладенькая, приятная, и сразу хочу подметить, очень мягенькая. Вот смотрите, я сейчас нажимаю, не знаю, может отсюда вам виднее, очень-очень много-много наполнителя. И, соответственно, для маленького ребенка еще здесь есть дополнительный вкладыш. Сейчас я его вытащу, и вы его увидите более детально. В общем, о комфорте, вот здесь все хорошо. И посадка, мы очень много уже этих кресел здесь в мире автокресел продали, мерили детей. И действительно, по посадке все четенько. И о комфорте, раз уж говорю, давайте и о наклоне поговорим. Это наклон у нас. Очень, друзья, приличный наклон. Прям вот среди допустимых норм, здесь, наверное, по самую вот максимальную рисочку. Вот здесь все, вот использовали весь потенциал этой нормы безопасности, скажем так. И, соответственно, по наклону все очень супер. Наклон хороший, в дальней дороге ребенок нормально уснет, голова вперед не свисает. По комфорту вот действительно здесь сопоставимо с другими очень дорогими брендами. Не хуже, сразу вам говорю, вот с комфортом супер. Вот, смотрите, кстати, вот вкладыш, о котором я говорил, он используется у нас для 9-месячного ребеночка. Вот такой вот вкладыш. Он тоже мягенький, подушечки такие здесь прилично используются. И по мере роста ребенка, соответственно, когда-то он там уже будет мешать, вынимаем. Но на самом деле он не такой уж и толстый, можно использовать его аж до конца, короче. Ну, не до 12 лет, конечно, но достаточно долго вы с ним сможете ездить. Так, смотрите, по креплению, пристегиванию ребеночка. Здесь классическая система пятиточных ремней с классической регулировкой спереди. Вот наш весь запас ремня, здесь кнопочка. И тянем непосредственно за сам ремень вот в середине, не за верхнюю часть вот с этой мягкой накладкой. Кстати, на мягкой накладке прорезиненный материал, чтобы ребенок не проскальзывал при ДТП. Это очень прикольно. Вот. И, соответственно, ремешки регулируются обычным простым способом. С этими ремешками мы пользуемся до метра роста ребенка. И, соответственно, вообще вот сам запас этих ремней, он именно до 100 сантиметров. Дальше ребенок помещаться в ремни уже не будет. Они демонтируются отсюда и используется уже автомобильный, взрослый, скажем так, ремень. Смотрите, давайте сразу уже и покажу, как ремнем здесь все фиксируется. В подголовнике есть специальный направляющий. Вот здесь вы видите специальные направляющие для ремня. Проводим. Фиксируем. А верхнюю часть
мы проводим в направляющем, друзья, очень важный момент. Никак иначе, только здесь проводим здесь направляющий, и он так и называется направляющий, потому что он проводит ремень автомобильный там, где надо. И высоту регулировать подголовника нужно таким образом, чтобы плечо ребенка и подголовник, вот это место, было не больше 2 пальцев, желательно 1 палец. И тогда ремень будет правильно проходить по плечу и на горло, чтобы он не попадал, а по груди шел. Вот это важное правило, такое золотое правило, которым никогда не пренебрегайте, потому что это не шутки, друзья, это опасно. Вот, собственно, здесь все просто, регулируется, вот он очень высоко, и до 150, если я не ошибаюсь, 150, да, сантиметров роста ребенка, вот это все кресло может ребенка такого большущего уместить. Кстати, про ткани давайте пока не забыл скажу. Ткань можно стирать, естественно, но, друзья, стирайте до 30 градусов, не в горячей воде, чтобы он не сел, потом обратно не оденете, и это не гарантийный случай, сразу вам говорю. Так, друзья, теперь давайте посмотрим, как это кресло фиксируется. У нас, видите, здесь вот прорезь для ремня и верхний фиксатор, скажем так, натяжитель ремня. Мы сейчас что сделаем? Ремень полностью вот таким образом вытягиваем и прокидываем его здесь сзади. Все, вот так вот проводим. И натягиваем. И ремень, который у меня идет сверху, я сейчас подсниму, вам покажу. Мы проводим через вот этот направляющий тоже, скажем так. И после чего мы просто берем, натягиваем. И ремень отсюда идет, а обратно не дает возвращаться за счет специального механизма. И за счет этого вот, ну, здесь, короче говоря, мне даже руку уже не просунуть под креслом никаким образом. И, собственно, это крепление вот с таким натяжителем, я считаю, самым классным. Кстати, можете и на переднее сиденье устанавливать, потому что здесь, друзья, нет изофикса. Но на самом деле, когда есть вот такое крепление с натяжителем, изофикс там нафиг не нужен. Потому что вот это мощнейшая система, которая перекочевала с более дорогих кресел в более бюджетные. Я считаю, это вот круто. Самое лучшее крепление, самое простое и понятное. Вы здесь не перепутаете никак. Вот смотрите, оно очень мощно фиксируется. Снимаем, соответственно, все в обратном порядке. Так, подытожим. Все, что хотел я вам о нем рассказать, я рассказал. Цена, качество, повторяю, цена, качество, безопасность, здесь очень хорошее соотношение, внизу ссылка на Мир Автокресел есть на эту модельку, там можете ознакомиться детально, что это вообще за бренд, откуда взялся и тому подобное. Вот. И, соответственно, уже если в обзоре понравилось, можете заказывать. Вы можете заказать 2, еще какое-то одно, и вам привезут 2, вы уже на месте выберете, и курьер одно увезет, другое вы заберете. По-моему, хорошая опция, друзья. А если у вас остались вопросы, можете задавать их в комментарии. Обязательно на все вопросы отвечаю. Не день-день говорю, но отвечаю, стараюсь максимально быстро. Вот. И если все было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И хорошего вам выбора кресла. До свидания.